Всем привет, с вами Мошка. Вот, я не болтаю YouTube. Я снимаю каждую неделю. Наконец-то. На этой неделе. Это моя самая ужасная неделя. Поэтому я все расскажу подробнее. Там, чуть больше. Потому что мне надо объяснить вам долго. Сейчас в Москве хорошая погода. Солнечно. Конечно, в Москве хорошая погода. Сейчас я очень хочу в авиапоезде. Вы знаете, что у меня через неделю у меня день рождения, мне 20 лет, не помню-то. Вчера у моей бабушки день рождения. И я хочу ей что-нибудь купить, потому что у меня что-то есть. Я очень плохо дарю подарки. Я очень плохо знаю, что мне дарить, потому что не жало подарить. Не еще просто денежку дарить, видай, и все. Понимаете? Я уже вторился, как бы. Иначе мы идем в авиапарк. Кстати, мы идем в авиапарк, и там кто-нибудь. Я хочу что-нибудь купить. А видео дайте. Покушать. Отдыхать. Вот такая видео. То есть, я хочу в Москве делать вот такая видео. Ну, чем то. Ну, я не знаю. Какую вот такая фигня, я хочу в ателье, ну вот такая фигня. А мне не просто. Я хочу вот такая фигня. Я не знаю. Понимаете, эти шары стоят от 2000 рублей. Я на то, как в шоке. Понимаете, эти вот такие шары стоят от 2000 рублей. Кстати, мне не повезло, потому что в лифте зашли за дети. И я не пришло это остановить видео. Потому что там за дети зашли в лифт. Даже три за дети. Ну, я сейчас на такси поеду, потому что хорошая погода в Москве. На такси поеду лучше, да-да. Кстати, увидите в Токио центре, в аэропорту. Я нашел, но непонятно, какой ахмед, понимаете? Какой ахмед? Ведь не написано вообще. Вот 45 сантиметров, 45. Вот. Мне вот такие не нужны. Такие. Какой ахмед? Не написано вообще. Мне надо где-то 80, то 50. Они чешевые, но непонятно, какой я и непонятно, как надуть. Там еще написано, что
чай был, пошли на завтрак попадуть. То опять на земле какого-то как. Мне кажется, то опять на коже, да, но я не могу понять, какой размер. Кто знает, где можно купить шар. Где нет объекта чулпи. Я нашел в интернете, вот там можно купить объекта чулпи. А вы знаете, объекта чулпи, если я делаю 5 минут, вот такая, и я выплачиваю. Потому что они мне не нужны. Объекта чулпи. Фу-фу-фу. Вы тоже так могли бы убить, чтобы и пустую потратить. А где вот такая? Битыш рублей, я думаю, что я считаю, что это не мало. Ну, средним. Но шар, понимаете? Шар. Кто-то бьете, шар, надуете. Пермину. А потом вы выбрасываете. Кому это надо? Пермину. Кто-то мотокопируете и выбрасываете. Вот классная идея. Далее я на втором этаже обращаюсь. Мне нужно купить подальше побольше шар. Мне нужно найти шар. Не знаю, где я найду шар. Поэтому я буду все быстро поискать, чтобы не тратить время. Увидите. И я на улице. Посмотрите, какая погода в Москве. Конечно, но не так жарко. Ну, как бы ветрено. Все равно хорошо на улице теперь. Кошено, кошка, хорошо. А во втором оценке как-то жарко. И не Москве. Да и второй оценке не получится ходить. Бикин, кожаная куртка, потом жарко становится. Итак, вы знаете, что я хочу такую вот копию. И еще, знаете, я уже жду, как уже 4 часа или 5 часов жду. Понимаете, сколько мне ждать, я не понимаю. Он картинка долго добирается. Задерживаю почему-то. Далеко ли он уже на Маковской области же, он же во всеми танцы же. Не понимаю, почему так тогда даже вы. Я считаю, что это неуважение. Потому что, понимаете, мне сложно так, мне кажется, сложно делать вот такая. А он тебя не хочет не помочь с этим питанием, так. Я там же шутаю. Потому что хорошие люди, очень тяжело. Стиль учителей такие почти. Очень мало хороших. А вот моя подружка Нижнего Новгорода, она очень хороша, не знаю, как сказать, но Кайя. Я добродушная, Кайя, она тоже добродушная, потому что мы общаемся очень хорошо, мы не укаемся. Понимаете, мы не укаемся. Я не люблю укаяться матом. И мне, ну, как бы, ну, уважение. Потому что я такой родился, я знаю, что я раньше был другой. Я раньше, когда играл в игру постоянно, и я был целый, нервно был. Вот, когда я поехал в Москву, и я стал еще добрее, чем был. Потому что, я не знаю, как мне сказать, у меня так. Я так сильно изменился, когда я поехал в Москву.
Я думаю, это очень хорошо, потому что я вышел, то он изменился. Я же не песенкую, не куплю. Я очень добротный человек. И мне это нравится. Я же, видишь, не вкусно живу. Я хорошо живу. Ну, а кто постоянно пью, не понимаешь. Я не понимаю, что постоянно пью и... О чем они тогда думают? Они, возможно, о жизни не думают. Меня жалко таких людей, к сожалению. В том-то они никогда не думают не о хорошем, а только о плохом. Только пью, они думают, что будет дальше, то будет, что там, понимаете? А ведь это плохо, когда вы пьете постоянно, потому что укрешаю свою жизнь. А ведь это не хорошо, когда вы укрешаете свою жизнь. Допустим, я не пью, я не курю, я не укрешаю свою жизнь. Я живу очень хорошо. Да, у меня есть какие-то там... Не хватает, что там жизни. Но все равно это легко управлять, и буду управлять. Если нужно. Там понимаешь, как это управлять, что делать, нужно делать. Итак. Кстати, вы знаете, что... Как бы мне на то уехать в Тугойко. И получается, что я уеду в Тугойко. Я не знаю, что будет. Уеду в Тугойко. Паспорт нет. Потом поезжаю в Москву. И я покупаю новый телефон. Там-то нужно помощнее здесь. Я, конечно, купил iPhone 11 Pro Max. Телекамера. И еще желание поменять фотоаппарат, большой камеру на Sony, которая стоит больше 300 тысяч рублей, потому что там камера стоит 200 тысяч. А потом еще и объектив, там бешеная цена, я не знаю почему там, да. Во-первых, Sony, она из самых лучших камер в мире, возможно. Еще что я хотел сказать, кто не самый лучший матрица. Да и Canon намного хуже, чем Tony. Tony намного лучше, лучше, чем Canon. Потому что в Tony есть там кое-как. Вот там и максимальная мегапикселя, которая стоит 300 тысяч рублей. 31 мегапикс. Это 6 лева, понимаете? Это очень крутая камера. И эта камера можно пользоваться хоть 10 лет. Это самая крутая камера, я считаю. Но то и 30 тысяч рублей, ну и 4 тысяч рублей. Вот так, круто. Mm-hmm.